А вот эрия, где живут львы. А посмотрите, вот несколько машин впереди. До этого уже заехало несколько машин. Очень много людей сегодня. Я уже здесь когда-то была, но это было давно, лет 5 назад. Вот. И здесь очень хорошая эрия, такая приятная для релакса. Вот я решила с компанией своих друзей поехать снова посмотреть. Но здесь будут львы, это интересно. Видите, как ограждено все. Довольно серьезно. And the tiger's new home. Окна закрываются. Nothing to see. Ну вот, открываются ворота, и мы едем. Здесь, видите, какая-то такая халабуда стоит. Видно, чтобы наблюдать. Warning, do not get out of your car. I don't think we would bother to try. Nothing. No. Oh, yeah, a Tiger. tiger on top. Can you see? Yes. Yes. He's laying down on the Стоп, top. стоп, стоп. Да, посмотрите, вот лежит. Тигр отдыхает себе. Can you see him? Of course I am seeing. И вороны рядом. Спит. Одинокий. Just the one. Да. He's fast asleep. Красивая природа здесь, очень. Ой, а воздух, как свежескошенная трава пахнет. Старые деревья очень красивые, такие большие. И трава зеленая, не выжженная солнцем. Но это тоже Я здесь никого не вижу. One tiger needs to sleep. Oh boy.
Медленно машины продвигаются, потому что очень много машин, очень много людей. И сегодня же не выходной, сегодня четверг, и поэтому я не знаю. Здесь просто люди любят приезжать сюда. Едешь себе расслабленно, получаешь удовольствие от природы. Какое дерево старое. На видео почему-то это не так выглядит. В принципе, в Англии очень много старых деревьев. Nobody living in there, my dear. Nobody, nobody. No, Moldovian tramp. Stop it. No. Смотрите, кого мы видим. Тигр прямо рядом. Значит, окна закрыты, и маленький дождик идет, поэтому на стеклах будут капли. Красавец. Ой, какой красавец. Say hello. Maybe you will tell hello. I don't want. Смотрите, он не за забором, вот видите, вот он здесь недалеко от машины. Я? Я. Lovely. Lovely, lovely. So that's why that was there. Lovely. Как им вольготно живется. Один, но так, и такая огромная территория. Там был впереди еще один, помните? У них, конечно, здесь хорошая жизнь. За животными ухаживают. Очень здорово. Окна нужно плотно закрыть. Душно, и дождик маленький моросит, поэтому на стекле капли. Bears can damage your car. Видели, да? It is a bear. Внимательно, потому что опасно. Ой. Ну и дорога. О, сейчас здесь медвежата играли. Ой. Вон они играются, видите? Маленькие медвежата. Okay. That was clear. Did you get them? Yes. Hey? Yes. Good. Thank you. А что у нас тут? Какая-то погода такая душная, и в то же время и дождик иногда моросит. Да, здорово, конечно, здесь. Ну, даже вот просто вот едешь, даже когда не видишь животных, все равно очень приятно. Поэтому неудивительно, что здесь так много людей. И причем каждый день. Вообще, это
Здесь также есть, ну, как у нас говорят, замок, да, который принадлежит одной семье. И вот этой территории им также принадлежит. И они сделали себе сафари-парк. Ну, как себе, для того, чтобы показывать людям также. В первую очередь. Здесь немножко скучно. Сейчас сделаем паузу. Это что, медведь там сидит? Да. Боже, ну это же вообще рядом. На камере не видно так. А вообще на самом деле просто рядом. Ну это взрослый медведь. Это уже не медвежата. Это кто-то или мама, или папа. Сидит к нам спиной. Дерево такое удобное. Маленький. Так и хочется погладить. You can open the door and go. If you wish. Ну, видите, ветки закрывают его. О! Сидит себе кто-то, мама или папа, а где-то гуляет еще что-то, территория медведей. Фу, как душно. Дождя. Вот такое металлическое какое-то ограждение. Just a warning to tell you these animals bite. Здесь тоже ограждение. Пока никого не видно.